Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1441. События дня. Псалом 68.2. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. За 23 ноября 2019 года. Ну, этот Псалом 62. Прочитайте. Я его не случайно взял эпиграф, он мне нужен. А как будто бы я писал. Курсором затрагивайте, задерживайте и дальше. Ну и наше обращение, не наше, Игорь, хоть и наше можно считать. Может, кто откликнется, поможет. Вот секта иониты. Откуда она? События какие за день. Отец Аким приехал утром, зашел сюда ко мне, побеседовали. Я показал тут разговор, в чат рулетки был. Наткнулся на казака, командир казачьей там сотни или как. В шахтах, где мы останавливались с нашей миссионерской поездкой. Много книг туда послали, а там все раскладывали, увозили. Ну, еще сижу дома. Это горизонтальное бурение, они продолжают еще. Пошли посмотрели. Я все заснял там. Вечером помолились.
Вот так все это уже перешло мной день. Все с Богом.